Выигрывают гости в брасне. Горбачев первый на подборе. Укрывает корпусом и невидимым движением из-за ворот. Честно говоря, я так и не понял, как шайба оказалась за спиной у Павла Хомченко. И тем не менее, спустя 2 минуты и 37 секунд со стартового вбрасывания гости открывают счет в этом матче. Вперед. Немного не точно. За спину пас Смирнову. И уже карагандинцы впереди в атаке. Наброс, подставление или рикошет. Там, да, скорее всего, рикошет, наверное, получился. И в ближний угол шайбы. В очередной раз в этот левый для Павла Хомченко шайба залетает. И у нас 2-0 за полминуты до окончания. Быстро возвращает Воскресенцев шайбу в зону атаки. Баен. Перевод с неудобной руки. Доходит шайба до Смирнова. Тот дальше попытался ее выгрузить в центр. Баен в ближнем бою все-таки переигрывает Резвиха. Сокращает он счет. 2-1. Ну, там, честно говоря, напрашивалась передача на противоположную штангу. Но Максим решил сделать все сам. И классно у него это получается. 1-2 за 14:49 до окончания третьей 20-минутки. Да. На их. Глебов на Губина. И капитан Химика сам входит в зону. Хороший перевод на Гришина. Гришин на Соколова. Получает шайбу обратно. На гол! Да, Гришин. Гришин поражает цель. Дальнюю девятку. Черных там создавал трафик перед Рейзвихом. Да, ну стоит, конечно, отметить. Продолжилось. И точно в девятку. Без шансов для вратаря.